нашій студії прямо зараз Андрій Острів, політтехнолог. Вам доброго ранку. Доброго ранку. Тематика, з якою ми вас запросили, це перемога Дональда Трампа на президентських перегонах. І ми готувались, ми підготували соцопрос і пропонуємо вам разом з нами і нашими телеглядачам передивитись та потім прокоментувати. І дізнатися, що ж наші миколаївці думають про перемогу, чи вона вийде до нас. Отже, Дональд Трамп – 45-й президент Америки. Багато хто вже очікує радикальних змін у зовнішній політиці. Навіть у Миколаєві це новина номер один. Як цей вибір простих американців вплине на долю нашого міста? Ніяк. Він же не моїм президентом став. Що я должна так це відноситися? Ми телевізор не смотримо, політику взагалі не вникаємо. Уже став? Ну, я навіть не знаю, мені якби не особо, я студент. Для Миколаєва, для України, діточка, это такая будет крыть от А до Я Украину. Он не будет молчать, он будет говорить так, как он думает. Дональд Трамп стал президентом. Уже. Что это значит для Николаева? Мы очень аполитичные люди, тем более, ну, мы не так. А почему аполитичные? А зачем? Лишний раз себя расстраивать. Особо на Николаев не повлияет. Я тоже так считаю. А на Украину? Ну, Дональд Трамп пророссийский президент. Может, каким-то образом повлияет, как Россия наш партнер в каком-то смысле, да? И сосед, и партнер? Агрессор. Наверное, ничего не значит. А для Украины? Для Украины? Ну, может, как изменится отношение Украины с Америкой. Не знаю, как это повлияет. Там же ж не только все от президента зависит. А от кого? Ну, от Конгресса. Это модное словечко «истеблишмент» американский. Мне кажется, все президент не решает. Отже, хто б не приймав остаточних рішень у США, більшість опитуваних сподіваються, що на миколаївців вони не вплинуть. Що ж, хотілося б сказати, що дивлячись на соцопрос, люди поділились на за і проти. То нам хотілося б запитати у вас, яку думку ви маєте з цього приводу, що президентські вибори в США закінчились саме таким результатом? Спасибо большое, что пригласили. Естественно, скажем так, можно разделить на две части ответ касательно выборов в США, да. Первое, конечно, это страна, которая формирует мировую политику, и это очень серьезный геополитический игрок. Естественно, любые изменения в нем, в этой стране, особенно на таком уровне, они привнесут какие-то изменения и во весь мир в целом, да. Но есть другая сторона медали. Я хочу нашим зрителям сказать о том, что, ну и вам, сказать о том, что переживать о том, что избрали Трампа, и тут весь мир перевернется, это, ну, крайне глупо. Начнем с того, что мы не избрали императора США, ну, то есть не мы, а народ США не избрал себе императора, который завтра своим указом там перевернет характерную картину мира. Это раз. Второй момент, ну, то есть, в общем, есть несколько аспектов, которые нужно понимать. Первое, США — это достаточно забюрократизированная страна с системой сдержек и противовесов, которая не дает никому единовластно изменять тотально политику государства. Это раз. Второе. Учитывая того, что США является таким глобальным игроком на мировой арене политической, глупо полагать, что изменится политика в отношении всего мира, несмотря на заявление Трампа о том, что, например, по вопросу Украины, я так понимаю, это нас больше всего волнует, он сказал, что лидирующее место нужно отдать там Германии, Европе и в частности Германии для урегулирования этого конфликта. Кроме всего прочего, очень многие переживают о том, что Трамп начнет дружить с Россией и признает Крым там, и так далее. Тому весь интернет переживает. Весь. Да, ну пусть этот интернет не переживает. Начнем с того, что Дональд Трамп — личность эксцентричная. И говорить о том, что либо будет по его, либо будет никак. Это очень читаемо и заметно, и, собственно говоря, и в его высказываниях это очень видно. То есть единственный
нюанс, который может быть менее агрессивная внешняя политика США, менее агрессивная, потому что все-таки это представитель другой, иной стороны, да, то есть это республиканская партия как бы победила и в Конгрессе, у них сейчас, они сейчас набрали большинство, это говорит о том, что страна повернулась в сторону более, большей либерализации. Если вот, если брать два направления, которые существуют в США, вот демократы и республиканцы, то демократы — это люди, которые любят писать бумажка на бумажку, строгие правила и так далее. Республиканцы более, скажем, либеральны во взглядах, и они больше отдают предпочтение свободам и осознанности граждан. То есть, например, тоже ну, вот, штаты, в которых подавляющее большинство или губернатор от республиканцев, там, например, оружие можно купить в супермаркете. Где там, скажем, демократы, там нужно еще какую-то там бумажку оформить. Ну, то есть, это все равно там, облегченная версия, но и вместе с тем, как бы, вот такой вот препон. Соответственно, и в политике мы будем ждать скорее больше направленность Трампа на экономический рост США, нежели на какую-то агрессивную политику во внешней. Вот большинство людей опасаются по поводу адекватности и правильности выбора. Ну, більшість людей в інтернеті, це ті політичні експерти, які сидять. Що ви маєте в виду адекватності? Чого действительно стоит опасаться? Говорят, что приходит, ведь принято понимать, что приходит новый начальник и происходит всякого рода изменения. Это в Украине. Это в Украине. Я еще раз говорю, важным, с чего я начал, сам очень важно понимать, что для США приход нового президента — это не тотальные чистки. Это у нас вот пришел Петр Порошенко и головы полетели. И прямо целыми кланами выходят с министерств, ведомств. Да? Там все не так. Там для того, чтобы, ну, то есть, грубо говоря, на что влияет президентская ветка, да, это там агентство национальной безопасности и так далее и тому подобное, но не происходит смена штатов, там нет понятия «свои люди». Хорошо, а только администрация — это «свои люди». Именно на Украине? Ну, прежде всего, я думаю, что мы получим новый, иной политический окрас. Ни для кого не секрет, и сам и Михаил Саакашвили, уйдя сейчас вдруг с поста главы ОГА, то есть убежав с тонущего корабля БПП, я бы так это назвал, фактически это, он является большим другом Трампа, нежели Обамы. И он об этом заявляет, и, собственно говоря, сейчас Михой начинает свою политическую карьеру со своей политической силой. Я думаю, что он получит поддержку США. То есть мы получим отток электората, который убежал от БПП и от нашего Народного фронта, собственно говоря, мы получим отток как раз именно в эту партию. То есть можно ждать больших таких вот больших изменений как на национальном уровне, политических имеется в виду, так и, по крайней мере, на юге точно. То есть Украина все-таки коснется, я ощутит на себе. Бесспорно, изменения. Всех коснется. Геополитика — это такая интересная штука, которая касается, ну, то есть политика не существует без экономики, экономика не существует там без каких-то геополитических интересов и так далее. Соответственно, конечно, как только, например, ну, опять же, Трампа очень сложно предсказывать. И это, в принципе, гадание на кофейной гуще. С одной стороны, он может оказаться вдруг мягких вопросов, например, в Сирии. Но давайте не будем забывать, что еще 2 месяца будет Обама. Если Обама наберется сил и уничтожит ядро ультранаправленных там террористов, скажем так, да, чтобы не вдаваться в подробности, кто есть кто, то, соответственно, вопрос Сирии перестанет быть настолько актуальным. А вот еще слышно действительно большое количество опасений того, что Трамп подружится с Россией. Иначе пророссийский. Если это все-таки произойдет, чего вот опять же Украине стоит опасаться в данном случае? На что нужно обратить внимание? Смотрите, по поводу дружбы. Ну, однозначно все эксперты, я, собственно говоря, с ними согласен, склонны к тому, что долгой дружбы с Путиным у Трампа не получится. Да, Путин поддержал Трампа, это бесспорно учтется в переговорах, несмотря на заявление Трампа, что ему все равно, кто его поддерживал. Это, ну, человеческий фактор никто не отменял. Давайте начнем с того, что все-таки Трамп — это очень эксцентричная личность, это мультимиллиардер, и глядя даже на первую леди США, я думаю, что гламурные журналы будут теперь печатать вместо учебников. Ну, это так
шутка утром, чтобы мы чуть-чуть повеселились. Каждой шутки, да. Есть доля шутки. Как будут идти переговоры? Ну, во-первых, политика Путина основана на блефе. Блефовать с Трампом будет крайне сложно. Если Обама был осторожен в этом плане, да, осторожен, и они все дипломатические решения принимались через МИД, через, то есть, вот такое обсуждение через Госдеп, то Трамп такой товарищ, что может где-нибудь на каком-нибудь саммите, не дать в глаз, но как минимум заявить, типа, покажи свои ракеты, которыми ты угрожаешь. И давайте не будем забывать, что военная мощь США, это действительно очень большая сила, и говорить о том, что они не готовились к возможной войне именно с Россией или с Советами в свое время, тоже глупо. Военная доктрина, которая определяет потенциального агрессора, это была всегда Россия. Поэтому о том, что где эти шахты расположены, в каком состоянии ракеты и с какой скоростью они вылетают, США прекрасно знают и, скорее всего, готовы для нанесения либо превентивных ударов, либо... Хотелось бы больше бути настроеним все-таки на лояльні отношения между... Як правильно вас зрозумів, то прогноз він не настільки негативний, як люди передбачають. Ні, смотрите, я нічого негативного не вижу. Для України, по большому счету, для України, смотрите, тут у нас історія така. З нами США готові працювати, і Трамп заявляв о том, що ми не повинні бросати партнерів. Ну, послушайте, ми самі не знаємо, хто ми такі. Ми не знаємо, для чого ми приходимо в США і що ми просимо, крім денег. Ми тільки просимо гроші, більше нічого. Ну, будем мы просить также у Трампа их. Понимаете, мы не можем сказать, чем мы можем полезно быть для США. США на нас смотрит, есть конфликт, да, нарушение мирового соглашения, да. И, естественно, делаются попытки затащить в Россию в правовое поле, чтобы опять принудить выполнять эти вот договоренности, тот же Будапештский меморандум, согласно которого Россия тоже является гарантом нашей целостности. И Трамп, скорее всего, предпримет такие попытки. А насколько они будут успешны, то очень, очень большой вопрос. И, скажем, и я не думаю, что Трамп будет долго, бесконечно ходить вокруг Путина кругами и уговаривать его. То есть это человек эксцентричный, опять же повторюсь, и скорее всего это будет больше с позиции силы, вплоть до второй холодной войны. Ну, я сомневаюсь, грубо говоря, в третьей мировой войне, хотя когда-то слова из Библии, да, там есть такое откровение Иоанна Богослова, когда он говорил, придет третий антихрист, который будет с мерой и с весами. Это как-то человек из бизнеса в США, вот как-то оно так, какие-то параллели начали проводиться. Ну, будем надеяться, что нет, потому что все-таки Трамп это, опять же повторюсь, это не император США. Это чиновник, и есть это чиновник, да, он пусть он избранный, и есть механизмы сдерживания его и противовесов, то есть заиграться ему ядерным оружием не дадут. И принять решение о нападении или и о чем-то единолично президент не может. Это целая там у них коллегия собирается. То есть нашим жителям и нашим телезрителям, в частности, опасаться лояльно нечего, и нужно адекватно воспринимать ситуацию. Я думаю, что выбухнув, вы кажете, что это конец. Будут только плохие наследки, нет, такого не будет. Нет, ни в коем случае. Бесспорно будут какие-то, скажем так, какие-то последствия для Украины будут, но вот в данном случае я вижу только в том, что это переделится политическая карта. То есть я думаю, что на Петра Порошенко Трамп не поставит, особенно после публичной поддержки Хиллари. Ну и в качестве шутки, вот все поздравляют Билла Клинтона, что он не будет первой леди США. Якби б не був капелюх, я б його зняв. Тож хотілося б на такій позитивній ноті завершити нашу бесіду і подякувати вам, що ви звітали до нас. І для наших телеглядачів хотілося б ще раз нагадати, що у нашій студії був політтехнолог Андрій Острів. Дякую вам. Спасибо вам за приглашення. Дякую за інформацію. Всім хорошого дня.